редакции «Нарской газеты» Катя Иванова, студентка второго курса факультета скандинавистики Тартусского университета. Катя, расскажи, пожалуйста, нам, как ты выбирала свою будущую профессию? Я думаю, что это тот случай, когда можно сказать, что не я выбирала профессию, а профессия выбрала меня. Потому что у меня было много планов, я много чем занималась в жизни, и как-то больше склонялась, что я пойду учиться, ну, что-то связанное, может быть, с химией или с чем-то вот таким похожим, потому что занималась в школе точных наук, и мне это нравилось. Так. Вот, и можно сказать, за день до я решила, что я этого не хочу. Так. То есть абсолютно. И начала думать, куда можно подать документы, и вспомнила, что школьная учительница мне еще рассказывала про возможность обучения на скандинавских языках в Тартусском университете. Поскольку Скандинавию я с детства люблю, так. То я решила, почему бы и нет. Вот. И как-то вот я поступила на филологию и со временем выбрала второй специальностью также изучать экономику. Что бы ты посоветовала будущим выпускникам? Самый главный совет, который может показаться немного дерзким, это не слушать родителей. Потому что когда я сказала родителям, что вот, я пойду изучать норвежский язык, и они, ну, они не понимали, что со мной произошло, почему именно туда, и поскольку параллельно с этим я поступила в морскую академию также, они были уверены, что я пойду учиться именно туда. Но я поняла, что это не мое просто, что я этого не хочу. И я сделала по-своему, о чем ни капли не жалею. И родители сейчас видят, что мне очень нравится учеба, они за меня очень рады. Может быть, они до конца до сих пор не понимают, почему именно филология и почему именно норвежская, но они видят, что мне все очень нравится, что я довольна. Ну, помимо того, что все нравится и интересно, ты же, наверное, видишь еще какие-то перспективы, как? Конечно. Перспектив очень много. Во-первых, это Скандинавия, все-таки, ну, там очень развитые страны. Можно работать и переводчиком, и экскурсоводом. И поскольку я выбрала учить, ну, второй специальностью я выбрала экономику, то также я смогу потом работать в каком-то банке или открыть свой собственный бизнес. Также, может быть, смогу даже в Скандинавии его открыть. То есть пока что, опять-таки, у меня такой разброс. Я до конца еще сама не поняла, где я хочу пристроиться, но мне нравится, что у меня очень большая сфера деятельности выходит. И много всяких возможностей. Да, разумеется. Ну, это замечательно. Спасибо. С нами была Катя Иванова, второкурсница Тартусского университета.